Таким зажигательным выступлением девчонки из группы поддержки встретили участников ежегодной туриады школьников, которая давно стала традиционной. Соревнования проводятся уже на протяжении 10 лет. Желающих проверить свои силы и способности, полученные на уроках ОБЖ физкультуры и географии, хоть отбавляй, порядка 200 человек. То есть у нас включены следующие этапы. Туристские узлы, бивак, оказание медицинской помощи, преодоление естественных препятствий. Возраст участников от 7 до 15 лет. На три возрастные группы они разделены. Участники команды «Рысь» из 7-го лицея признаются, что приложили немало сил для преодоления всех препятствий. Юные любители туризма отмечают, конкуренция очень высокая. Готовились, на самом деле, очень усердно. Каждый день после уроков, тренировки, пробежки. Что еще сказать? Ну, конечно, хотим выиграть, но желаем победы всем, потому что, на самом деле, соперники очень сильные, поэтому такая подготовка. Немало новых знаний и умений ребята приобретают, готовясь к соревнованиям. Один из полезных навыков, как считают участники из команды «Тройной булинь», это вязание узлов. Даже название команды намекает на это. Нужно было учить разные узлы, которые мы... Некоторые мы проходили, некоторые нет. Приходилось... Иногда помогать, иногда контролировать, иногда мне помогали. А как оцениваешь силы своей команды в сравнении с другими участниками? Мы победим. Это лишь первый из 5 этапов туриады школьников. Еще больше испытаний ребят ожидает впереди. В мае же следующего года пройдут заключительные сборы и будет объявлено название команды победителя.